17 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась заключительная игра орфографического конкурса Spell Battle. Впервые проект состоялся 15 декабря 2015 года среди студентов КФУ. За всю историю уже прошло более 30 состязаний Spell Battle. Что касается нынешнего сезона, то он включает в себя 13 игр. Spell Battle — это орфографический конкурс, нацеленный на привлечение внимания молодежи к проблемам безграмотности и повышение интереса к межкультурной коммуникации. Задача участников игры — правильно произнести слова на русском, английском и татарском языках. Приглашается пара участников, и поэтому, соответственно, называется «батл». И участникам каждой паре жюри называет по три слова на русском, татарском и английском языке. Тот участник, который в туре набрал наибольшее количество баллов, проходит следующий тур. В каждом туре участник встречается с новым участником, и это продолжается до тех пор, пока не выявится победитель. Принять участие в конкурсе могут не только студенты, проживающие на территории России, но и приехавшие из Нигерии, Турции, Казахстана, Ирака, Китая и Индонезии. Я с детства помню мультфильмы, американские мультфильмы, где показывались такие spell battle, и я всегда хотела поучаствовать. И вот сегодня, наконец-то, мне это удастся. На сегодняшний день организаторами проекта были проведены игры не только для студентов, но и для школьников города Казань. Артем Тупичкин, Диана Паскарь, Ленардо Влетьяров, Универньюз.